В этом году «Акваглобусу» исполняется 20 лет. 8 из них центр сотрудничает с фондом «Доступная среда». Людей с ограниченными возможностями бесплатно обучают дайвингу и реабилитационным погружениям. В числе первых, кто здесь получил реабилитационную помощь, стал анапчанин Никита Ванков. После травмы позвоночника он был парализован, но теперь функции организма частично восстановились. И все благодаря дайвингу, считает Никита. В марте 2012 года он возглавил местный фонд содействия программе «Доступная среда». Я попал сюда, когда я начал социально развиваться, когда я начал приобщаться к тому делу, который по своей сути недоступен для людей с ограниченными возможностями. Я начал жить новой жизнью, я начал общаться с ребятами, я начал знакомиться, я начал дружить, заниматься новым спортом, интересным спортом. И вода – это моя среда, в которой я и получил травму, и потом в которой я сейчас начинаю развиваться. И поэтому я однозначно знаю, я так считаю, и я всем говорю, и мы все вместе развиваем это дело, потому что это очень многим ребятам дает большое здоровье. Главе Анапы Юрию Полякову рассказали о работе и достижениях центра. Провели экскурсию по музею, все экспонаты которого – это артефакты с морского дна. «Акваглобус» в этом году запускает новый проект. По задумке организаторов, планируется открыть бесплатную секцию подводного плавания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Глава Анапы идею поддержал. Анапский дайв-центр – единственный на Черноморском побережье, где готовят инструкторов по парадайвингу. За 7 лет отсюда вышли 9 квалифицированных специалистов. Все они работают в разных регионах России. У нас люди с инвалидностью приобретают массу здоровья. С пониманием того, что мы как бы дружно все живем и работаем, это целое привлечение такой массы народу со всей России. Тем более мы уже, к нам приезжают из Коми, из Ханты-Мансийска, из Воронежа, из Сочи. И это замечательно, что все тянутся к нам в клуб, потому что люди вместе всегда равны и всегда они счастливы. Самое главное – это некая интеграция инвалидов в общество, чтобы любые мероприятия, они были как бы не только для людей с инвалидностью, но чтобы они включали в себя различные категории. Это прежде всего объединяет людей, это дает возможность как-то почувствовать себя наравне со всеми. И таким образом решается основная задача интеграции инвалидов в общество. И, на мой взгляд, вот данное мероприятие как раз служит этим целям прежде всего. Дайверы рассказали ребятам, как работает подводное оборудование, и ответили на все интересующие вопросы. В среднем за сезон в «Акваглобусе» обучают парадайвингу по 5 ребят. Главная миссия – это социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, помощь в поиске единомышленников и укрепление физического и психологического здоровья. Руслан Душевский, Анапа регион.